Здорово, ребятушки! Блин, я просто балдею от этого героя. Я играю им уже, блин, самые обновы, только чисто делаю там некоторыми героями передышку. В общем, как видите, уже у меня 646, там 650 кубасиков на нем, потому что я бегаю в рандомчике. Если я бы бегал бы там с хорошим пати, можно было бы уже, наверное, штуку за это время зафармануть. В общем, обалденный герой, чем обалденный, сейчас вам покажу. Вот такой вот у него скинчик. Это вот изначально дали нам такого, дают его за 6000 кубков. То есть вот скин, стрелок, обалденный стрелок и танк, плюс усилитель команды. Поехали. Здесь, конечно, рандом, как повезет с пачкой, но постараюсь сейчас вам его показать во всей красе. Так, ну пачка такая себе, сейчас нас тут размажут. Наверное, но это не точно. Смотрите, сейчас будет минус один. Минус один. Так, кто у нас там следующий? Минус два. Блин, еще и подвисает. Это обидно, конечно. Минус три. Пора кидать усилитель. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, жестко, жестко. Это было реально обидно. Ну куда вы все убегаете от меня? Ну так же ж нечестно. Вот так вот. Куда? Ну как это так? Блин, ну вот я так классно всех убиваю тут, а вы-то, ну, не слейтесь, блин. Забирай, убегай. Убегай, я подстрахую. Я буду страховать. Здорово, здорово. Он что-то там хочет... сказать мне, что ли? В общем, думаю, сейчас будет опять звездный. Ну, я надеюсь, но это не точно. Нет, не дали нам звездного. Обидно. В общем, 23-й. 127-й левел, ребятушки, я уже нафармил. Я не знаю, какие там левела топовые. Я просто так всегда в удовольствии играю. Поехали еще каточку. Вот нравится мне 3 на 3. Я вам сейчас покажу статистику своего аккаунта. У меня там под 4... кабаев именно 3 на 3. Я в шедешке, если бы, наверное, фармил, но у меня бы покупка в 700 было бы. Это не точно. Это надо очень много, наверное, крысить. Делаем так. А теперь делаем воп-воп-воп-воп-воп, Вася! Так, где-то там у нас... вот он наш юный друг. Юный Орел! Я так и говорил. Он где-то там. Тут где-то тоже кто-то стоит. Стоял, точнее. В общем, наваливаем, разваливаем. Так, не, ну ты вообще, ты так не рискуй, бро. Это ж опасно. Я понимаю, что ты не боишься со мной никого. Но я тут их всех чпоки-чпоки делаю. Так, делаем вот так вот. Ну куда? Ну не бежи ты туда, блин. Вот знаете, вот реально, почему я рандомчик так не особо люблю? Вот из-за этой хрени. Хорош! Красавчики. Красавчики. Давайте я вам тут поставлю. Ну блин, ну не делай этой хрени. Вот, вот скажите, что на дебил. Просто если бы не я, тут бы сейчас бы просто, просто пипец был бы. Вот реально, вот из-за таких мудил половина боев сливается. Из-за того, что он бежит, типа, блядь, я герой, типа, я сейчас всех тут нагну. Но герой-то я только один здесь. Вот смотрите, та же самая лажа.
Бегайте куда-то, чего вы стоите тут? Я понимаю, что тут батька Тетрис стоит. Вообще, вот как-то противники, блядь. Я думал, там какие-то серьезные противники. Это жесть. Были бы 500-ки, тут бы нафиг все посливались. Это просто аут какой-то. Это просто печаль. Поехали, фарманем 700 и пойдем в шедашку. Посмотрим там. Ну, я в основном в шедашке играю. В парах сейчас, потому что, ну, это и быстрее. Так, значит, у нас тут друзья. Нету? Да ладно, вы что? Они выжидают, у них тактика выжидания, пока мы зафармим максимум. Правда. Будь здоров, скажите. Так. Ой, аж засоплявился, блядь. С этими 8 битками. Где ты, бро? Где ты, мой друг? Что-то у них там не все в порядке, насколько я понял. Что-то или они не хотят бегать, или что. И сейчас по-любому гарантирую, ребятушки, сейчас будет слив. Сейчас наш побежит туда, за ним побежит второй. Вот так вот, минус один, минус два. А где их не этот? Восьмибитка. Что он у них реально отсталый, что ли? Или он не знает, где его ворота? Сейчас буду угорать, если там... Что это за хрень? Жесть. Пацаны типа решили качнуться. Ну не катит такая фигня против топа. Блин, ну конечно, я не знаю, какой смысл вот этого дродства, что они бегают. Зашли бы, хотя бы качнулись немножко, что ли. Какой-то рандомчик дикий. Чик? Блин, там никого нет. А вот вы где. Ух вы злые. Нашел, нашел. Так, пора самому отсюда сматываться. Сделаем усиление. Какие-то вялые противники, блин. Хочется больше какого-то трешечка. Ой, а кто тут у нас? Кто тут у нас был? Знаете, самое обидное, когда ты кидаешь ульту, а тебя убивают до ее срабатывания. Вот, например, как у меня сейчас. Красавчики, что забрали. Эй! Эй, Вася! Ты что? Пипец! Это просто адский пипец, ребятушки. Он где-то здесь. Вот это обидно. Вот реально, вот такие катки обидные. Когда, ну это нормальное явление, от этого не должно бомбить. Это лучше, когда, блин, твой напарник стоит просто тупо в кустах, блин. Ты идешь, бежишь, блин, тупо фармишь всех, а он стоит сзади и тупо ныкается из-за того, чтобы, блядь, набить этих 7 кубков. В итоге его все равно потом убивают. Вот это обидно. Байогус, сейчас мы с тобой забеглогусим. Боягуз, наверное, скорее всего. Сейчас я тебе покажу мощь своего бластера. Детка. Жги, детка. О, здорово. Здорово, здорово. Кактусики тут всякие бегают. Ну тут, знаете, тут вот сейчас фармить кубки проще всего.
ждешь до третьего места себе, бегаешь, фанишься, пока там все не посливаются. Think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Вот, конечно, на отходе, блин, очень печально все. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things. Вот и наши противники подошли к нам. Что делаем? Минус один. Минус один. Ну, здравствуй. Ну, здравствуй. Не знаю, мне вот нравится он. Даже мы не использовали толком усиление, но он реально хорош. В каком плане? Вот, блин, очень быстрая скорость атаки. И я вам скажу то, что он медленный, чуть-чуть замедленный, да, такое. Это все равно кайф. Ты хоть не спешишь, блин, сливаться к тем. Ты видишь, там уже разбили до тебя, и ты туда не бежишь. Так, тут у нас слива не будет. О, здорово. Так, минус один. Так, тут у нас, конечно, подарки, блин, везде. У этого можно кончать. Бро, блин, сори. Сори, бро. За тебя кактус отомстил. Опача, 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 давай, 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 детка, еще ты хочешь? Давай, конфетка, поиграемся в эти игры. Какой злобный. Какой злобный кактус. Ну, по-моему, тут уже все для тебя решено. Конечно. Ой-ой-ой-ой! Выбегай, бро. Конечно, вот единственный минус, если попадешь. О, пусть идет, пусть идет. Иди сюда. Вот так вот, просто изи, изи. Шелли просто чмокает. В общем, не знаю, ребят, я говорю, мне герой реально очень нравится, очень обалденный герой. Я считаю, если его прокачать, он жару дает очень многим персам. Поехали еще в рандомчик сольемся, потому что, ну как это без слива в рандоме. Ой, хорошие противники. Ну это, блин, просто кайф, а не герой. Смотрите, сразу так только чпок, чпок. Ничего себе, неожиданно, нежданно. А у меня-то жизни-то побольше будет. Подлюка. Вот подлюка.
Блин. Он сейчас там доиграется реально. Или я доиграюсь. Вот повезло реально, реально повезло. На последней этой. Это, конечно, жестко. Ничего, давайте еще каточку до слива. Катка до слива, ребятушки. Либо 700, либо слив. Конечно, это задротство, но ничего не поделаешь. Вот, кстати, тоже неплохая тима, когда вместе кидается от хилы это просто неубиваемые герои. Нежданчик, да, вот так вот. А тут выбежит Вангу, и там кто-то стоит. Что они тут хотят сделать, блин, тут реально такие уже усиления идут. Ну, я не знаю, это просто Unreal какой-то. Заходишь, блин, в зону и просто маслаешь. Просто танчище. Просто кайф. Вот я не знаю, я кайфую от этого героя. Он просто классный герой. Посмотрите. Жахнули десяточек. Не дали пацанам до 700 добить. Че, попробуем еще раз? Ну давайте еще разок с ними. Катнем, может, и 700 апнем. Ну а с вас, конечно же, лайки. Батька тащит. Рандомчик, это, конечно, жесткая тема. Воу-воу-воу-воу-воу! Что это было? Нас практически подслили. Ты посмотри на него. Какой он там жестенький. Жестик. Выдержишь? Выдержишь удар, пушечный залп. Эй! Что-то подвисает, блин. Обидно. Так, пора. Пора брать тяжелую артиллерию. Это жестко было. Не, ну это красавчики просто. Просто красавчики. Блин, еще и не нажимаются клавиши. Обидно. Обидно. Мы были так близко. Так близко к первой семисоточке, ребятушки. Ну ничего страшного. Минус 7, блядь. Минус целых 7. Давайте еще здесь в парное сбегаем, попробуем. Попробуем апнуть его на 700. Это рандом, поэтому бомбить особо не стоит. Бомбить стоит тогда, когда вот реально бывает просто тупо подстава. Так, ну тут у нас, по-моему, слив.
Ух, ничего себе. Вы чё, пацаны? Жестко-жестко мы в самом замесе тут. Минус один. Ну, что я могу сделать? Вот что я могу тут сделать? Ничего я не могу тут сделать. Минус 8. Офигеть. Офигеть. Минус 8. Поехали еще сольем. Это будет последняя наша катка на этом герое на сегодня. В общем, обидно, 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 что мы не добили на нем все-таки 700. Бен. Какого Бена? Блять, жесткие размены, конечно. Будем их унижать отсюда. Пусть бежит. Вот оно чё, вот оно чё. Да, я с такой жизнью, конечно, тут типа, ну прыгай. Ай-яй-яй-яй-яй, обидно. Ну ничего не сделаешь, там, наверное, десяточки хорошие. Ну что я тут один могу сделать? Вот куда он бежит, куда он бьет, непонятно. Непонятно вообще ничего. Короче, вот так вот закончился наш видос, ребятушки. Ну тут хорошие силы против нас. Один я нубас, тут я тут нубас был. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.